Анжелика Черепанина, 14 лет, Керчь. Светлая и улыбчивая, с флейтой в руках Анжелика, похожа на сошедшего с картины ангела. Но взгляд у 14-летнего подростка совсем не детский, а очень глубокий и понимающий. В 7-летнем возрасте Анжелика получила серьезную травму и балансировала на грани жизни и смерти. Принять случившееся и вернуться к обычной жизни ей помогли педагоги из детской школы искусств, куда она пришла заниматься еще в 5-летнем возрасте. Сразу с первого года она уже начала занимать призовые места. У нас конкурс есть «Юный виртуоз», ну и «Кирские каникулы» тоже. Вот первый же год она прошла на городской конкурс и заняла, если не ошибаюсь, второе место. Сегодня Анжелика продолжает покорять музыкальный олимп города и республики. Педагоги во всем поддерживают девочку, помогают социализироваться. В прошлом году Анжелика стала лауреатом премии общественного признания «Преград нет» и получила диплом за силу духа и стойкость. И мама героини Валентина благодарна как наставникам, так и самой премии, ведь во многом именно это помогло ее дочери найти свое призвание. Я соучредитель общества инвалидов, и она вместе со мной, видя особенных деток, это и колясочники, и опорники, и аутисты, и солнечные детки, как мы называем, видя это все, она хочет им преподавать музыку и вытаскивать их в свет, чтобы они адаптировались. Анжелика скромная, но сильная духом девочка. Помимо школьных уроков и занятий музыкой, у нее есть и другие увлечения. Девочке нравится мастерить сувениры из разных материалов. Я помогаю родителям, маме с бабушкой, и делаю подделки из ракушек. Мой девиз по жизни: если надо, значит надо. Закаленный трудностями характер Анжелики ставит перед ней важную цель – быть полезной другим. Конкурс «Преград нет» стал для Анжелики отправным пунктом к исполнению своей мечты – преподаванию музыки особым детям. И ни у кого нет сомнений – эта хрупкая девочка с недетской мудростью в глазах обязательно добьется своего.